Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и, ребят, знаете, что самое интересное? Ну, что порядка 60% постоянных зрителей моего канала смотрят мои видео без подписки. Ну, ребят, чего ждем? Подписывайтесь на канал, ставьте палец на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео. Ну, с меня хорошее качественное видео с честными обзорами на технику и товары в магазине, ну, а с вас помощь в развитии моего канала, в помощь в развитии моего начинания. Заранее вам огромное спасибочки. Итак, ребятушки, на примере объекта 263, возвращаясь к теме реализуемого ДПМа, хочу вам показать следующее видео, которое начнется буквально через пару секунд. Мне лично бой очень сильно понравился. Что касается реализуемого ДПМа, заявленный ДПМ составляет 3625 единиц, и, ребят, с учетом того, что время перезарядки орудия у данной ПТшечки, которая является довольно точной ПТшкой, кстати, 7,61 с учетом установленного оборудования и амуниции, имея альфа в 460, этот ДПМ, который заявленный, его действительно возможно реализовать в условиях нормального, типичного боя. То есть не просто найти какого-нибудь спящего товарища, а действительно, ну вот, в самом жарком бою, в котором в тебя тоже стреляют, в котором есть соперники, которые не спят, ты действительно можешь накидывать и накидывать довольно-таки себе жирно. Короче говоря, ребят, я надеюсь, что вы получите то же самое удовольствие от боя, по крайней мере, от его просмотра, кое и я получил, играя на объекте 263. Ну а на данный момент у меня все. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Мира, спокойствия и приятного просмотра.